Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот LED-светильник. Большой довольно-таки. Для съемки там ТикТока. Значит, его диаметр равен 33 сантиметра. То есть рулеточку измерили. Значит, поставляется он у нас с микрофонной стойкой, на которой он стоит, которая легко регулируется. Вот такая вот стоечка. Можно выше, ниже. Также можно сделать наклоны на этой стойке. То есть здесь у нас шар стоит металлический и фиксируется вот таким вот зажимом в различных направлениях. Также на самой стойке у нас можно вот так вот его поворачивать, и вот тоже все это дело регулируется. В общем, здесь также у нас крепление вверху. Мы можем легко закрепить какой-нибудь смартфон, вот, и уже включить его, допустим, в селфи-камеру. Так, давайте уберем его в стороночку. Значит, у нас, что у нас тут, какие есть? Есть шнур для подключения его с пультом. И тут у нас три кнопки на пульту. Значит, одна у нас кнопка нижняя за включение его. Другая кнопка у нас включить белый свет. И вот третья кнопка у нас уже RGB идет. Первое нажатие, одно нажатие у нас цвета меняются. Вот разные цвета, которые есть у данного, значит, девайса. Нажатием этой кнопки у нас включается режим демонстрации. Давайте посмотрим режим демонстрации. Он сейчас вот все режимы свои покажет, какие у него есть. Давайте посмотрим, очень интересно наблюдать за этими. То есть это можно как даже как дискотеку устроить с помощью данного светильничка. Светит неплохо он. Каждый цвет, он меняет цвет на каждом эффекте определенным образом. Вот это очень интересный эффект, это усиление света по кругу. То есть если объект расположить в центре и вот так вот его подсветить, то его по кругу подсветит определенным цветом с усилением. В общем, можно поэкспериментировать. Очень интересно будет. И вот у нас белый цвет завершает эту демонстрацию. И дальше уже она все идет по кругу. Вот такой вот светильничек. Поставляется он в такой вот коробке. Вот так вот он называется, значит, у нас. Сам светильник. RGB LED. Так, длина шнура где-то у нас 1,5 метра. И включается в USB. USB включается. Подключал я его через Powerbank, пробовал. Тоже это все интересно получается. Ну, допустим, у нас Powerbank есть, и мы можем его спокойно
подключить и уже использовать его автономно от пауэрбанка. Обычный пауэрбанк 1 ампер. Как видим, все загорается. Вот. Также тут есть 2 ампера. Ну, тоже будет работать. Как видим, все работает. Все режимы работают. Но лучше его через 2-амперный включать все-таки. Вот. Сама микрофонная стойка. Вот у нас такой вот коробочки. Так, немножко темновато, вот как видим, да? Сейчас для камеры. Давайте включим. Включим светильник. И сейчас будет намного все светлее. Четче. Для этого он и существует, этот светильник. Включаем. И вот, как видим, его вот так вот можно наклонить. Зафиксировать. И уже вот мы можем что-то снимать. Немножко такой, как круг получается. Но это от расстояния будет зависеть. Его можно приподнять выше. Сам светильник. Чтобы сделать свет ровнее. Он на столе, кстати, фиксируется с помощью струбцинки. И тут все, вот он двигается. Его можно двигать всяко-разно. И вот снимать различные объекты. Различные объекты, допустим. Вот там у меня ноутбук. И уже можно с помощью там подсветки там подсветить красненьким, посветить зелененьким. Вот. Подсветить другими цветами. Можно устроить такую мигалочку. Различные режимы. Интересно, конечно, это будет выглядеть на более серебристых каких-нибудь объектах. Например, вот этот пауэрбанк у нас. Уже когда там призумить можно. Мерцания различные. Видим, у нас вот так вот интересно получается. На серебристых объектах выглядит, конечно, это все прикольно. Это вот у нас радужный такой идет перелив. В общем, вот для таких вот вещей, в принципе, для блестящих, каких-то белых, подойдет прямо вообще отлично. Я вот сейчас режимы разные меняю. Вот это тоже с красным так интересно переливается. В общем, вот такой вот светильник с такими вот интересными всякими фишками. Видим, прикольно все получается. Жутко у нас музыка какая-то пошла. Это я включил YouTube. Что-то тут и забыл выключить. Вот. Ну, в общем,
Ссылочка будет в описании, где приобретал. Кстати, посылка дошла очень быстро и прям до квартиры донесли. Прям четко. Очень классный светильник. Рекомендую.